Спорим. Здравствуйте, дорогие друзья. 1 сентября, Химки. Сегодня здесь засягала так называемая рабочая группа, которую создала администрация якобы для решения вопроса с планируемой застройки спорткомплекса «Олимпиец». Чиновники от администрации нам говорили, что «ах, мы хотим диалога с общественностью, мы хотим искать взаимопонимание», но с первого самого вопроса авторитарно закусили у дела, и несмотря на выкрики с зала, что мы против, мы возражаем, нет. Приняли в протоколе все то, что они хотели, что у нас планируется некое решение от лица рабочей группы, по которому будут некое голосование. Как, каким образом, да кого это волнует? Собственно, жители Химок высказывали свои опасения, в частности, Андрей Николаевич Бессонов, депутат, очень емко и доходчиво сформулировал, что, как часто бывает, в Химках нагонят нужных людей, Химки интересно жить, общественную палату, прочих, меня попросили не выражаться, личностей, и... сымитируют, изобразят те решения, которые надо. Ну, смысл собираться ради этого, можно сразу перейти к строительству баррикад. Но, тем не менее. Значит, вторыми вопросами, почему-то администрация опять-таки закусила у дела и сказала, нет, либо мы обсуждаем то, чтобы изъять участок для муниципальных нужд создания парка, либо мы обсуждаем вопросы, связанные с планируемой застройкой, в частности, проверки ее законности. Из их оговорок стало понятно, что цель рабочей группы – это подвести жителей к решению, по которому будет голосование, несмотря на возражения, значит, о том, что застройка хорошая и нужная. По крайней мере, Наталья Евгеньевна Казакова уже начала зачитываться, значит, на память, уважаю память человека, заготовленную речь о том, как все хорошо в Химках и замечательно, и уже стала, значит, говорить председатель комиссии, что у нас же цель – это чтобы жители убедились, что все с планируемой застройкой хорошо. Ну, взаимопонимание между людьми и, значит, чиновниками в Химках всегда проблема, мы это знали. Как бы предполагалось, что рабочая группа должна предотвратить определенные конфликты в дальнейшем, но мы видим, что чиновники, как всегда, занимают позицию, что мы здесь власть, вы здесь холопы, а то, что вы не хотите стоять на коленях и аплодировать каждому нашему решению, это ваши проблемы, это ваше личное мнение, ваша личная гражданская позиция, о которой администрация, разумеется, очень уважает на словах.